Подземный переход на пересечении столичных улиц Дача и Тейлор сдадут в эксплуатацию в октябре. По словам чиновников, уже проделано 40% работ, но в последние недели они ведутся намного активнее, чем в начале ремонта. Поэтому скоро подземка будет готова. По данным властей, в столичном секторе Ботаника в ближайшее время начнут реставрацию еще двух подземных переходов. В подземном переходе на улице Дача работают сейчас две бригады по демонтажу и ремонту. С одной стороны, вовсю идет ремонт, с другой еще убирают плиты, которые подлежат замене. Мы отбили стены от старой плитки, мы отбиваем гранит весь с лестниц, отбиваем пандусы, потому что все будет новое, это все будет заново делаться. А с другой стороны, подземки мастера уже занимаются шпаклеванием. Сейчас шпаклюем первый раз здесь, потом вот это тоже. Пока здесь высохнет, и вот аж туда, в тот край. Au fost trasă rețelele pentru energie electrică, rețelele pentru camerele de luat vederi. Vor fi instalate 6 camere de luat vederi. Tencuiala urmează să fie finisată, urmează să fie instalat faianța, atât Ремонт начался в конце июля, но в подземном переходе было столько мусора, что на уборку ушло 3 недели. Вывезли 10 прицепов. Непосредственно ремонтные работы начались уже в начале сентября. Жители Ботаники говорят, что приветствуют этот проект, сколько бы времени он ни занял. Și dacă se face foarte încet, măcar să fie făcut, decât să fim nemulțumitori. Когда-то же закончат. Самое главное, что начали. Уже не бросят так, уже что-то будет. Это хорошо, что что-то изменилось. А так могло же стоять так, как было, правда? В этом подземном переходе на стенах будут изображены виды венгерской столицы – Будапешта. По словам чиновников, в ближайшие 2 недели на Ботанике начнут ремонтировать еще 2 подземки – на перекрестке Троян-Дача и на улице Дичибал.